Я считаю, что санкции могут коснуться и простых граждан тоже. Вот, я не знаю, какие и крайне это было бы нежелательно. Но я считаю, что это такие мелкие какие-то пакости. Вот, я считаю, что надо, если уже, так сказать, есть какое-то противостояние, надо все-таки в честной борьбе решать все, а не вот так вот. Это, ну, подло это просто.